Всем привет! Сегодня будем готовить творожную запеканку с яблоками. Это очень простое достаточно блюдо. К тому же оно замечательно подойдет, допустим, утром на завтрак вместо любого пирога. Это один из хороших таких способов накормить семью полезными продуктами, у кого не едят творог, допустим. Продукты все перед вами. В общем, все достаточно просто. Итак, начнем готовить тесто. Нам понадобится творог 250 грамм, пара яиц, сразу их добавляем, сметана полстаканчика, подойдет сметана любой жирности, какую хотите. Ванилин или ванильный сахар. Сахар мы добавляем по вкусу. Ну, ложки 3-4 нам нужно. Я кладу 3 ложки. Соли буквально вот щепоточка. И соды точно так же, щепоточка. Ну, буквально на кончике чайной ложки. Сюда же мы добавляем муку, 3 столовые ложки, вот так, с небольшим бугорком. И все это перемешиваем. Тесто у нас готово. Пусть пока отдохнет. Мы в это время займемся яблочками. В первую очередь нам нужно почистить их от шкурки. Теперь яблочки нам нужно нарезать на такие крупные дольки. Вот примерно вот такая толщина. Надеюсь, понятно. Примерно 2-3 миллиметра точно. Далее нам понадобится кусочек сливочного масла. Нам нужно его растопить на сковородке. Сразу же подготавливаем форму, в которой мы будем запекать. И смазываем ее сливочным маслом. Теперь яблоки мы укладываем в масло. И нам их нужно немного обжарить. Это буквально минут 5. Чтобы они с обеих сторон прожарились. Яблочки у нас готовы. Они вот такие зарумянившиеся уже. И теперь в самом конце нам нужно добавить столовую ложку сахара. Все перемешиваем и ждем, когда сахар растворится. И яблоки получатся в такой своеобразной карамели. Вот как только эта карамель вся полностью яблочки схватит, вот будем считать готовыми. Духовку включайте заранее до 190 градусов, потому что все это будет очень быстро, чтобы духовка у вас успела прогреться. Яблочки готовы. Вот такие они зажаристые получились. И мы их сразу же выкладываем вместе с сиропчиком в форму. Распределяем ровненько по донышку. И теперь все это мы заливаем нашим тестом. Форма у меня достаточно большая. Чтобы было понятно, у меня 24 диаметра. Лучше брать поменьше, где-то 22. Самый оптимальный вариант. Можно даже еще меньше, 20. Немножко разравниваем. И все, отправляем в духовку. Ну, ориентировочно минут на 50. Ну, в общем, нам нужно смотреть и дождаться, когда поверхность станет такой, ну, запеченной, золотистой. Запеканка у нас готова. Теперь нам нужно ее достать из формы. Запеканочку мы выложили, перевернули. Отрежу кусочек. Сверху у нас получились яблочки.
И весь творог вот этим яблочным соком и карамелью он полностью пропитался. Запеканка не получается сухая, не переживайте. Она получается очень нежная и с таким хорошим яблочным вкусом. Очень просто и очень вкусно. Надеюсь, все вам понятно, все понравилось. Попробуйте теперь сами приготовить. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.